Всем привет, с вами Ханиген и интернет-магазин оригинальных игрушек bymonsterhigh.com.ua. Сегодня мы хотим показать вам и рассказать о очень интересной коллекции кукол школы Ever After. Коллекция называется Enchanted Picnic. Данная коллекция переводится как «Зачарованный» или «Волшебный пикник». На сегодняшний день, на дату съемки этого видео, в коллекции вышло 3 куклы, 3 персонажа. Блонди Локс, Рейвен Квин и Сирис Худ. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам про Рейвен Квин, дочь злой королевы. Рейвен в этой коллекции просто превосходна. Ее красивые волосы в этой коллекции распущены и прямые. Голову украшает двухъярусный ободок. Сзади ободок на резинке. И стеснений на ободке есть шипы и по бокам перья. Тени Рейвен выбрала уж очень красивые. Синие тени обрамляют ее века, а на подвижном веке есть розовые нежные тени. Губы обрамляют розовая нюдовая помада, уж очень красивая. Она подходит Рейвен на 100%. На Рейвен прекрасное платьице. Платье сделано в клетку фиолетового и белого цвета. Есть принт летающих ворон, а также платье обрамляют воротник и зону талии с сеткой. На пикник Рейвен обула уж очень невероятные туфли, или скорее сказать босоножки, из фиолетового пластика с шипами и перьями. Из тематических аксессуаров у Рейвен есть невероятно красивая сумка. Сумка сделана по типу корзины фиолетового цвета, также у сумки есть и ручка. А с вами был Ханиген, невероятная Рейвен Квин из коллекции Enchanted Picnic. Магазин bymonsterhigh.com.ua. До новых встреч. Пока.